Заместитель постоянного представителя Китая в Совете Безопасности ООН призвал участников украинского конфликта к скорейшему прекращению огня и началу мирных переговоров. Он подчеркнул, несмотря на эскалацию, стороны должны воздерживаться от атак на гражданское население и инфраструктуру, в том числе на атомные электростанции. Недавно специальный представитель правительства КНР по делам Евразии посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию. Там состоялся четвертый раунд челночной дипломатии по политическому урегулированию украинского кризиса. Стороны высоко оценили китайско-бразильский консенсус из 6 пунктов по прекращению конфликта и единодушно призвали как можно скорее начать мирные переговоры. Ген Шуан подчеркнул, Китай готов не только поддерживать тесные контакты с заинтересованными странами, но и вносить вклад в политическое урегулирование конфликта.